У меня спазмировала мышцами все от макушки головы до стоп. Массажист прям кожу золовой отдирал от головы. Все тело, все мышцы, все в спазме. Что сделал массажист на сегодняшний день? Ну, более-менее я ожил. Когда проходил массажист по телу, он мне говорил, что хрустело все как песок. Остались в тяжелом состоянии ноги, стопы не чувствую. Более-менее как бы чувствую, хожу, но чувствительности нет в стопах. Артем, после съемок я скажу, где что мог. Конечно, конечно. Все, давай, делай, что надо. Конечно. Глубокий вдох, выдох. Еще. Глубокий вдох, выдох. Легко дышите. Да, тянет. Смотри, как покруче. Глубокий вдох, выдох. Помните, как было первый раз? Вдох, выдох. Хорошо. У нас этот был щелчок, помните, когда был? Его мы искали в прошлый раз. Он меня здесь беспокоило, место такое беспокойное. Мы его искали в прошлый раз. Сейчас получилось. Вдох, выдох.
Сейчас не пойму. Есть. Есть чуть-чуть. А тут? Здесь как будто не тянет. Но по коже я чувствую, что пальцы застревают. Сейчас это. Может, это кожа или мышца? Мышца с кожи. Вот, можно даже вот так, вот, ровно. А вот это место, вот оно. Да. Вот оно. О. Да. О. Вот оно. Да, да, да. И оно прямо сюда вот. Вот. Вот оно. Угу. А здесь спокойно. Многие отдал. Хорошо, это очень хорошо. Очень хорошо. Ох, хорошо. Терпимо? Да. Отлично. Здесь плохо. Да. Беспокоило больше вот это. Угу. Сейчас беспокоит? Было. Ага. Чувствуете? Да. Здесь? Здесь легко. А здесь нет? Тяж. А здесь тяж. Тяж, ясно. Сейчас. О! Ой, хорошо. Оно. Нашли? Оно, оно. Хорошо.
А ну. О. Поднимайте из-под живот. Положим. Сейчас мы его добудем. У меня же как раз правая нога хуже левой. Намного. Оно? Да. Ой, оно. Так, ну-ка чуть-чуть туда. Ближе. Да-да-да. Все. Ой, оно. Ой. Вот это. Терпимо? Терплю. Тоже оно. Оно? Оно. Оно. Левая нога стала прыгать. Хорошо. Правая мертвая. Что с правой? Тишина. Все? Хорошо. Терпимо? Терпимо. Больше в руки. Хорошо. Куда? В обе. Отлично. Ну-ка потрогай сейчас тяж, который был. Вот здесь такая же тема вот образовалась, если не ошибаюсь, вот. Вот она. Так. Выступает вот такой темой. О, значит, получается, здесь было меньше, здесь было больше. Теперь поменялось. Нет. Это остаточно, ну как то, что мы били, вышло вот таким вот пузырем, ну, надузостью, вот она. Понял. Понял. Так, здесь тяж есть или нету? Клянусь, сейчас набили, не могу сказать. Ладно. Ладно. Вот эта мышца, я не знаю, по-моему, она еще присутствует. Или не пойму я даже вот это вот.
Uh-huh. Она у меня уходила с такой тяжестью под лопатку. Uh-huh. Но в данный момент здесь почему-то мы тогда убрали. Uh-huh. Здесь тоже так же. Но вот отсюда, вот она. О. Вот отсюда. Попробуй сам. Uh-huh. Она идет все равно сюда. Вижу, да. Вижу. Вижу. И бочину тянет и это вот всю тему. И такое впечатление, как вот больше от мышки где-то. Вот от, где-то отсюда. Вот. Здесь уже желе. Не-не-не, чуть ниже. Ниже. Ну, вернее, ближе к мышке туда, еще ниже. Вот, вот здесь где-то. Вот тут. Угу. Вот как-то она вот тут проходит. Вот таким образом. Угу. Проходила или сейчас проходит? Ну вот я как показал, где она идет. Ага, вот. Понял, понял. Дальше не пойму, куда она теряется. Понял. Угу. Вот отсюда всегда тяж шел. В левой стороне не замечал, правую да. У меня правая рука хуже, правая нога хуже, правая сторона хуже вся. И правая стопа хуже. Так, на краешек присаживайтесь, пожалуйста. Вот здесь я почувствовал после ванны такое расслабление. Хотя тяжек есть, но расслабление по сравнению вот с этим. Вот. Здесь остался он бугром, так и остался. А здесь в ванне поплыл, он тоже чувствовал. Да, да, да. Да. Вот соль, горячая ванна, я вышел, чувствую, я прям чувствовал. Так, руки вот так. Вот голову так правильно? Да, 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 только плечи ниже, плечи. Да, 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 во-во. Факт то, что вот отсюда и шею это тянет. Такое впечатление, я могу ошибаться. Помните, мы пробовали мышцу вот эту? Вы не ошибаетесь, все правильно. Вот как вот она. Да. Вот. Да. Ну хорошо. Так, руки опускайте, крутите головой по большому кругу. Шея тяжелая. Угу. Очень тяжелая. Прямо такое. Как только постоянно, как ее надуло. Угу. Очень тяжелая шея. По поводу тяжей есть? Вот. Сейчас, секунду. Вот, все равно. Сейчас, секунду. Я даже вот так раз. Опа, вот он. Угу. Опа, вот он. Вот нагибаю голову, я не могу сануть. Вот он. Так, понял. Тут есть тяж? А здесь легко легла. Здесь легко, хорошо. Вот, легко. Угу. А здесь оп и не могу. А боль вот. Не боль, а вот. Я не знаю, что. Такое ощущение, что вот здесь надо.
Угу. Вот. Держу. Вот. Сейчас да, даже, да. Сейчас еще. Да, вот. Угу. Не даю даже голову положить. Сейчас. Другое дело. Вот ложу, но отдача вот она где-то тут. Легкая осталась. Вот она. После вкуса. Вот она. Была здесь, она вот она. Ну вот я ложу. Здесь вообще легко. А здесь вот все равно где-то вот тут. Так, руку за голову. Вот она. Сейчас, сейчас. Одно. Так, встаньте, пожалуйста, сейчас мы ее дернем, как дергали изначально. Дергай. Как шея сейчас? Все равно вот. Еще дернем. Что слабо не получилось. О, хорошо. И вот тут у меня, когда на последнем очень плохо. Вот сейчас здесь уже сломал. Не боль, а ожог. Вот. Да. А голову сейчас попробуйте положить. Тяжеловато, но может быть, не знаю, может быть сейчас проблем еще. Это сейчас дернем. Я понял. Сразу могу сказать, я пробил только. У меня изначально, когда вот видите, пробивал плохо. Вот она, опухшая мышца. Угу. Хотел из-за нее сказать сегодня. Угу. Обратите внимание. Даже с болью. Боли раньше не было. Но сейчас уже боль появилась. Массажист поработал, боль появилась. Было, я вообще ничего не чувствовал. Вот она. Вот она. Раньше мы тут. Помните, походу? Да, да, конечно. Ну, что-то мне здесь сделали, но более менее. Угу. Вен не было вообще. Может, дернем? Вот. Вот эта тема. И потом. Вот она. Угу. Я с ним бьюсь, и током бью, и чем угодно. Тянет. Даже с болью. Вот она. Вот она. Вот она. Вот что я хочу сказать. Вот она. Вот она. Такая же тема, я думаю, может по плечу пройти. У меня плечо болело. Вот. Не то, что болело, а вот. Пробить его? Вот плечо, и то, и то. О, пошла кровь. Помните, вчера показывал пустые руки? Сейчас видите? Видел. Не, ну я вчера были пустые. Да, да. Они просто пустые были. Вот она кровь. Доволен? Я доволен, что насколько это одно, я думаю, что командиру ничего не возвращалось. Кровь пошла, но я думаю, от грудного отдела. Может быть. Вы правы, грудного отдела шеи. Так, дергаем. Слабо. Слабо, да. Слабо. Или не дает мышцы. Ну, сейчас сильнее. Такого фига, как слева нет. Такого не будет, надо было здесь отпустить. Здесь надо было сильно отпустить, это нормально. Это только эта рука пробивает так сильно. Ну, правая сторона у меня хуже, чем. Вот. А вот здесь,
вот по плечу, угу. плечу. Вот чувствую, вот это мышцы. Угу. Вот это. Если начать отсюда и закончить. То нельзя бить, тут лимфа проходит. Я понял. Тогда плечо. Вот плечо можно, что вот оно вот это? Пробить? Я имею в виду, вот, я боль чувствую. Она идет у меня вот сюда. Угу. Бицепс. Он у меня, по-моему, натянут. Он болит и натянут. И вот у меня. Так, на спину ложитесь. Такая же тема справа. Угу. Вот об этом у меня поэтому. Вот она идет. Угу. Да? И сверху она. Вот как раз отключается эта песня. Но и болит вот тут у меня сильно. И вот там вот. Вот эта сторона. Бицепс, бочина и вот это. Ложитесь. Кровопоток правой руки всегда плохой. Угу. Что касается здесь. Здесь единственное, можно пробить тоже плечо. Сильно рука не спокойно. И вены есть. А здесь нет. Ложитесь, ложитесь. Я просто хотел да, объяснить. Только на спину, на спину. Вы нащупали. До самого локтя тяж. Угу. Вот сегодня я хотел вам пожаловаться на правую руку. Ну, естественно, я левую здесь. Пожаловаться? Ну, как-то так. О! Здесь пошло. Да. Это оно. Я чувствую просто, что там. И идет к плечу. О, оно. Ой, хорошо. О, хорошо. Угу. Угу.
руку вверх поднимите. Нормально? Да. Так как колено он не может массировать, а тянет от колена. Оно. Оно? Да, отсюда. Вот. И пошло до колена. Оно? Да. О. Оно? Да. Хорошо. Вот там левый чувствительный, тут его хватит. Так, вставайте на краешек, присаживайтесь, пожалуйста, сюда. Хорошо. Вон аж кровь пошла. Вот. Угу.
Руки сейчас кровь идет нормально? В левой лучше. Угу. Ну и правая тоже пошла. Отлично. Не очень, видишь, как после воды как будто. Угу. А это хорошо налито. Угу. Ну где-то... Вот еще отсюда уже. А ну-ка так руку подержите. О! 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 Как в танке. Так, вы чуть бок сможете встать? Как? Встать. Вы вставайте. Вот. Вперед к стульям. Ко мне лицом. Руками до пола. Тяж идет от плечей. Понял. Так, чуть рывками. И вот здесь. Угу. Вот. По бокам. Как я вчера. Вот она. Да-да. Чуть-чуть рывками ниже. Вот. Вот. Теперь двумя руками до одной ноги. Рывками. Угу. Тяж чувствую вот здесь. Понял. Икры. Вот они. Они у меня и пухли отсюда. Вот такие были. Вот они. Икры. Так, поднимай. Икры. Зад не тянет. Так, руки резко вместе с головой. Раз приседаем, не торопясь, как удобно. Ощущения какие? Тяж вот он. Угу. Где вот эта вот рана? Понял. Спина как? Повеселее.